Иркутской губернии, мама тоже там вот с тех мест. Вот. И детство мы прошло в Азербайджанской ССР. Вот. Ложками вот. Кушал красный. Предместье города Баку по кругу. Катался на ишаках, кушал шелковицу. А громче не делается, да? Не слышно ничего, да? Ну так чуть-чуть. По военным городкам. Да. Мой братья тоже заложила такой. Да, печаток на здоровье. Да, он за мной ухаживал, всегда бутерброды с черной икрой приносили. Я думаю, вот крутой ему мужик попался. Бутерброды мне было. Оказывается, он был чернобыльцем, мама покупала, а он делился со мной крохами. Вот так вот. А как вы познакомились, Таня? Он тебе тоже обещал на тебе жениться? Нет, мы познакомились, мы пришли вдвоем разводиться. Вдвоем разводить. Только он. Послушай, что ты говоришь? Мы пришли вдвоем разводить. Он пришел. Никто тебя не поймет. Ну да. Ты пришла что делать? Разводиться. Разводиться. А ты пришел платить деньги. Платить деньги, чтобы разводиться. Чтобы поставить печать и пасть. Мы пришли, конечно, она по своей надобности развода, а я по своей тоже. Встретились у друзей, там поблизости возле ЗАГСа, да, они живут. Так как ЗАГС был закрыт, потому что был в понедельник. И, ну, потом еще год просто встречались, я ее отговаривал, говорю, знаешь, как это опасно. Таня, не надо, говорит, не надо, не надо, не надо. Нас так предупреждали. А я кричу, хочу, сейчас рекламе. Ты шарахалась, ты думала, ты переживала. Я третий раз за чернобыльца не выйду замуж. Я буду с тобой жить. Спасибо, спасибо. Потому что чернобыльцы, они... Все светятся. Светятся по ночам, да. Психологи страшные. И все. И меня облучают. И все. А что ты хочешь? Герои Украины. Герои, да. Герои. А то если бы не герои, уже можно было порываться с тобой. А так запомнишь, что ты герой, ничего не остается делать. Потенциальные жаворонки нашей страны. Или как это? Как? Ах, Татьяна, ты мне крупно повезло в этой жизни. Да. С чем-то не везет, а чем-то везет. Я встретил Татьяну. А Татьяна русской душой в горящую избу войдет, и как, коня на ходу остановит, да? Ну вот, жизненный оптимист во многом, конечно. О разбитом крыте. Это сказка о рыбаке золотой рыбки, а мне золотом петушке. Как этот, что царь много хотел, пока его петушку прикрыл.
хочешь, и Сережа много не хочет. Он тоже мало. Я всегда возвращаю. Пошли домой, скорей. Говорит, эфир пропадает, говорит. Ну давайте, я говорю, ладушек с медом, дети поедят, и нам говорит, радостно будет. То хорошо. Да, мы с тобой встречались, тебе еще было очень плохо. Да. Вот. Ну, нам просто весело было всегда вместе, потому что Сережа, если он лежит в больнице, и у него все плохо, он пишет мне анекдоты. Только веселые истории. Веселые истории всякие. Потом говорит, ну ладно, допишу потом, пошел на процедуры. Вот сейчас эти письма вот читаем, он говорит, это я писала, и хохочет, перечитывает анекдоты. Да, я лежал в клинике, в научно-радиологическом центре. Это 80-е гематологическом отделении, очень страшное отделение, на моих глазах палате по 2-3 человека, значит, умирали ребята с лейкозом крови, возраст 29-30 лет едва достигал. У меня много фотографий осталось, таких вот друзей, приятелей по несчастью. Вот. Расписались, но как там, не думаешь, что сильно? В 24 года, что там, может быть, болеть, что за ним надо будет ухаживать, что он будет по больницам ближе. Расписались, то и расписались, и вместе даже еще путевки. Ты же даже не представляла, что ты научишься делать внутривенные инъекции. Я, да, научилась делать внутривенные инъекции, капельницы, уколы. До приезда скорой. До приезда скорой, что когда же скорая приезжала, они уже там поддерживающие какие-то лекарства доводили, вводили, и каждый раз... Когда я ему делаю лекарство, он говорит, а тебя могут посадить, если у меня сердце остановится. Я каждый раз руки дрожу, я думаю, могут посадить, а могут и не посадить, может, я тебя сейчас спасу. А когда он вообще попадает в реанимацию, он всем медсестрам обещает жениться на них, а потом они узнают, что у него есть жена. Но они его спасают. Вот такое, вот такое. Они его спасают. Интересно, как один из... скорой помощи, дома оказывали помощь, в общем-то, зашли в тупик, говорит, все, надо срочно везти его в реанимацию. Ну, привезли в реанимацию. Скорую помощь. Каталка. Да, забирает у него снимает все. Снимает майку даже, оставляет его, но в нижнем белье, интимно. Я прячу под подушки тапочки, чтобы никто не видел, все же тапочки положила. Накрывает просто, не перебивай, всех не перебьешь. Вот, завозит такой бокс, вот. И с двух сторон это медсестра набегает, одна меряет давление, это быстренько капельница. А ты говоришь, спасайте меня, я вас в ресторан поведу. Я говорю, у вас красивые глаза, и я отсюда выйду и женюсь на вас. Клюет, клюет, улыбается. Ну, спасает. Каждый полчаса давление, капельницы, опять вводят лекарства. В общем-то, да, неприятное ощущение в этой реанимации. Вот, значит, я там даже капитаном судна стал. Вот. Вставать, конечно, нельзя. Тапочки это, конечно, так хотелось. Ну чего, когда тебе с реанимации привели в простую палату, ты ходил в туалет в трусах и в тапочках, а женщина говорит, неужели одеться трудно? А я еще одежду не привезла. Мне качает, возит под стеночку, думаю, какое счастье самому сходить в туалет. С реанимацией, слава богу, вернуться на землю. Желание жить, желание веселиться, как всем людям. Чернобыль на Чернобыле, там развод, не развод, есть здоровье, нет здоровья, а все равно с улыбкой идешь по жизни веселее. Потому что если смотреть на все Сережины диагнозы, то врачи говорят, вы должны были уже умереть. А когда мы все вместе, вроде бы нам всем весело, никто болезней никаких не думает. А когда Катюшка родилась, переживали?
Или что? Ну, переживали, чтобы все пальчики на ножках, на ручках, глазики, носик. Ну, мало ли, там же напугали все, что может быть, чтобы все органы были на местах. Не, ну, я же дополню поэтому в этот момент, что действительно, за период, когда там находились, 26 июня по 26 июля 86 года, 1986 года, вот, перед нами, ну, широкого круга, выступал американский ученый, доктор Гей. Вот, и он через переводчика нам объяснил, что происходит генная мутация, особенно тех специалистов, которые работали непосредственно на атомной станции. И желательно для наших же благ воздержаться в течение 10 лет пребывания на станции от зачатия потомства. Ну, вы мне говорите, он может... Мы не сильно воздерживались, но у нас получилось через 10 лет. Не ошибся. Ну, я вот беременностью ходила, у меня самая большая группа риска была, там 9 минут, вообще сколько она там, вообще 7, 9, сама больше. И все говорили, у нас такой рожениц еще нет, чтобы столько минусов, вот сколько всего есть, набрать. Ни одного плюса, ничего положительного. Вот первый раз... Пришла рожать, сбежала с рукзала. Второй раз неделю походила, пришла и родила. Но ничего, показали, вижу, нормальный ребенок. Потом давай мужу показывать, маме, приехали с роддома, говорю, смотрите, я нормального ребенка. А свекровь все говорила, вот там, где ты сохраняешься, там дебильные дети рождаются. Вот. Потом они пришли вдвоем с сестрой смотреть. Нагнулись две клячи. На мою дитину. Ну да. А язычок у нее тут отходит, надо подрезать. А то ножки у нее разворачиваются, у нас все отходит, все разворачивается. То есть природа сама позаботилась о том, чтобы генная мутация на детях, чтобы не отразилась. Не знаю, то ли это действительно так, то ли... Ну, дети – это дар Бога. Да, Божий дар. Божий дар, поэтому будем считать, что Бог нам подарил ребенка. Да, наш ребенок растет, она является тоже чернобыльцем, старение чернобыльское. Правда, лекарства ничего нигде нет. До 18 лет чернобылец детский до исполнения 18 лет. Дальше она аннулируется как чернобылец, если она не станет инвалидом Чернобыля. Мы с мамой повенчались на небесах. Да. Вот, видела, какую корону держали над мамой и над папой? Да, я держала Катя, корону. Смотри на меня. И дядя Боря держал. Вот дядя Игорь снимает тебя на кино. Да, розы поставь мама вверх. Подними. Подними. Ой, поздравляй маму. Поздравляй, скажи, маму. Мамочка. 3-4. Скажи, здоровье и счастье. И папа теперь. Какой подарок? Какой подарок, Катя? Так что тут и... Книги вам дарю. Книги, да. Громче, громче говори. Что ты даришь? Цветочки.
давай. Санёк, один раз сжался, Санёк. Сжался, где-то. Чего? Сжался. Тот, кто пошел в Чернобыль, в лобовую, который приобрел такие характерные для лучевой болезни заболевания, он прошел не только Чернобыль, он прошел Чернобыль-2, Чернобыль-3 и некоторые, может быть, я объясню. Чернобыль-2 – это побороть самого себя и сказать, что я сильнее всех, я выживу, я поборю все свои злободневные болячки, которые преследуют по жизни. Чернобыль-3 – это доказать, что мы ценим свое здоровье, защищали человечество, а медицина говорит, ну, это с возрастом приобретенное заболевание, или это, допустим, там какие-то болезни от курения, или от неправильного питания, ну и прочее, прочее. В общем, Чернобыль-4, значит, открываем трудовую книжку, где отмечено, что награжден на денежными премиями министром внутренних дел там, в размере 90 рублей. Дальше запись: принимал участие в ликвидации аварии с 26 июня по 26 июля, каком гербовой печати. И когда ты с этой трудовой книжкой думаешь, что ты герой, обращаешься в любое заведение, где могут предоставить работу, и открывает один из кадровиков и читает: ага, Чернобыль, в первом эшелоне был. Потом смотрит на тебя испуганными глазами: а жив ли? И как он еще жив? Мы, если его возьмем на работу, то мы потом это не исправим. Извините, мест нет. То есть мы остались социально незащищены вот с той мизерной пенсии, которая едва хватает повеселиться. В 29 лет остался выбывшим в этом обществе, мне сложно было найти дорогу, вообще восстать и начать все сначала, как чистый листок бумаги. И многие мои сослуживцы впадали в безысходность, покупали пузырек одеколона, шли за угол и через год-два они сгорали и трагически кончали жизнь. Или суицидом, или от алкоголизма. Я решил, что этот путь не для меня, это для слабонервных, для слабохарактерных людей. И поэтому собрал волю в единый кулак и сказал: Петрович, ты больше выстоял, ты победишь здесь. Фильм шикарный. Позвоню другу, попросил, что я хочу.
Он даже в брюках, смотри, какой красивый мальчик. Я прибыл домой. Я буду снова в строю. И мы летом пойдем в Ялту.